Ну что ж, приветствую вас, ребятки, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в Dragon Quest 4 за первым. Не знаю, сегодня или уже завтра последний эпизод снимем. Сейчас я толком не знаю, как по времени займет. Ой, день был и так насыщенный, наверное. Наверное, с Литвой разделаемся и хватит завтра. Как раз вот день перед выходом патча будет завтра, может быть, Яркин харизм погрызть. И на этом, наверное, уже закончить дальше. Совсем не хочется, совсем лень уже там. Сейчас вот с Литвой можно будет ачивочку срубить, а дальше как-то уже и смысла особого не будет. Да. Потому что Финляндию создать не получилось. Нет такого решения. Как-то, в общем, печально получается. Так. Зато можно вас повеселить немного. У османцев революционеры победили, но они не стали революционными. Они стали федеральной республикой и перешли почему-то в католичество. Такой вот смешной прикол. Президент у османов. Вот. Так вот. Ладно. Повеселились и хватит. Давайте идем заниматься. Нападем на Сербию. Тупо по той причине, что Франция стала защитником католической веры. Нам надо выдернуть Францию из, что ли, обязательств перед Литвой. Поэтому надо позвать всех. Священная Римская империя немножко задержит французов. Да, да и союзников всех запряжем. Может, что-нибудь съедим у них. Посмотрим. Вот. А в то же время надо будет через месяцок буквально с Литвой разбираться. Мне повезло, дядька. Генерал выпал хороший на осаду. Я надеюсь, что мы довольно быстро разберемся тут со всем. Так, ну, погнали. Погнали. Так, всех запрягаю. Ну и тут цари вступит. Я не буду щелкать ее, потому что там еще Египет пойдет. Это не весело. Так, тыдын. Так, и скорее всего мы с вами в любой момент сможем этому Хакабисе все прекратить. Потому что Сербия капитулирует очень быстро. Думаю, с этим проблем никаких не будет. Так, кстати, сколько у Литвы людей? У Литвы в союзе Папская область и... Папская область и госпитальеры. Насколько я помню. Так, Калле. Так, ну опять же, русификатор. Просто меня убивает. Так, 49 тысяч, ну норм. Вот эти вот два отряда литовцев порешат. Так. Надо еще вот этих вот всех поближе отправить сюда. А вот этих поближе к Литве. Вот этих, а вот этих еще сюда, в Краков. Погнали. Ну, естественно, Священная Римская империя вступила в войну. Так, 67 тысяч надо отойти отсюда. Так, где-то тут у меня еще флот имеется большой, помните? О, далеко он. Надо его сюда отправить. Большой-большой мой флот. Вместе с транспортом совсем он может пригодиться, реально. Так, Ирландия нас не пустит. Да. Ай, Ирландия. Пусти меня. Я дипломата. Ладно, дипломата нам и так надо. Пока занять кое-чем. Так что ладно уж. Сербов без генерала вынесем. С ними спокойно разберемся. Но они там отходят куда-то, но это все фигня. Так, Литва. Столица Папская область. Ла Франс не вступит. Вот и отлично. Так, Столица Папская. Можно их не щелкать.
Но теоретически они могут нам тут подпортить настроение. Могут. И еще и заразы. Потому что... Так, ты кто? А. Надо. Так, да. А, ясно. Ну, тут у нас, в принципе, и шансов-то не было. У-у-у, сколько народу. Загасить Шотландию. Шотландию, как видите, завассали уже. Да. Шотландии. Ну, надо чем-то жертвовать же, верно? Так, тут. Наверное, на форс. Ух ты, мы можем позвать еще какого-то союзника в какую-то войну. Давай. Австрию. Австрия теперь нам еще и с Литвой поможет, я так понимаю, да? Так. А. Стоп. Подожди. Лафраунс, ты чё? Все обесчены. А! Блин, я не то смотрю. Что-то я на Литву щелкнул. Так, нет, тут Франция с нами. Угу. Все норм. Тут у нас Австрия отступает. Дополнительно. Так что все отлично. Все зашибенно. Надо побить священно-римские войска. Так, ну тут. Тут отойдем. Потому что сейчас еще пойдут. Они без генерала. Так что. Достаточно просто объединиться. Командующий главное, чтобы был. И все. Тут он австрияк идет. И мы ему им сейчас можем навалять, по идее. Так. И такая кнопочка волшебная. Блин. Этот стояк, если меня сейчас подставят, это будет не весело, потому что вот эта армия пока вот этими будет заниматься. А тут еще и генерал есть. Ой, а тут мы вообще некрасиво наступаем. А, на как вообще никак не наступать. То есть неудобный он такой. Стояк! Помоги, пожалуйста. Нас же разобьют нафиг. Все, отлично. Римская империя что-то... А. Ну, тут понятно, что они все отожмут у нас. Это само собой разумеющееся. Так. Кстати, меня выписали с кашлем, с насморком. Вот, ну, по крайней мере, не так все жестко, как было недельку назад, так что мы справимся. Так. Там нам... А! Нам на Берлин надо бы, конечно, скорее. Может, мы успеем тут догнать этих. Может, они до Берлина и отступают, кстати. Нет, нифига. Ну ладно, давай тогда корпус отделю. И пойдем гулять пока дальше. Штольп. Взяли вот отряд со Штольпа, отправим сюда в Кульберт. Так. Ой! Римский легион сюда отправился, ну да. Где-нибудь на север. Ай! Да Франц нам пошел помогать. Молодцы, ребята. Так. Тут стащение, тут не круто все. Чуть-чуть цель, когда мне еще беда какая-то. Так, войны налог еще не сделал. Дурак. Какой дурак не имел войны налог? Тут у нас 28 осада. Уже такая хорошая. Осада идет. Ну, с Литвой, я думаю, нормально договоримся. Спокойно. Сербию всю оккупировали. Она согласна на беляк в случае чего. В случае чего. Так, с войной минус 40. Войны счет. Военная сила сербской державы с той стороны. Короче, дальше, дальше для Сербии только хуже будет. Так что, я думаю, что все много будет.
Так, ну они, конечно, у Шотландии крепость возьмут. Да. Ай! Транспортники. Ну, у меня их там 10 штук всего было. Ладно. Прошляпил их. Ну, что-то возвращение в пермскую карточку у меня пока не очень. То рекрутов сливаем тупо. То еще что-нибудь с флотом. Дрим как-то. Печально получается. Стой! Ты куда? А, ну норм, в принципе. Они куда-то на юг идут. Так, со Штольпа Кульберг. Здесь у нас пока ничего плохого нет. Как там флот мой? Где он там вообще находится? Флот. А, вот он. Главное. Сербия уже низко, пожалуй, не воевать. Белячок будет согласна в любом случае. Так что, как только я пойму, что у нас слишком все жестко тут происходит, надо будет сливать. Но в чем суть? Так. А, эти туда идут. Нормально. А, в чем суть? Суть в том, что надо где-то месяцев 30 ждать. Иначе Франц пойти может, по идее, да? Или нет уже? Я не помню просто, как это с защитником веры все идет. Обычно я этот статус не беру, защитник веры. Ну так, для ачивки когда-то взял. И еще, по-моему, один раз, когда мне надо было религиозное единство исправить. Так, где это? Дожди. Я не помню просто. А, вот. Ну да, для Франции у нас защитник веры. Теоретически Литва может позвать ее как союзника. Я просто, честно, не помню, как это будет все рассчитываться. Лучше не рисковать пока. Я думаю. Надо еще людей. Надо еще людей. 133 тысячи. Ой. Дуем в Минск, а тут дуем в Вильнюс. И сюда можно еще командующего назначить отсюда. Я не помню, кто тут именно сидит. Над старыми. Так это... Вот этот вот чувак. Его сюда, чтобы он, ну, не ударил грязь лицом, если внезапно литовцы еще придут. Дополнительные. Так, как там, кстати... А, нет, Папской области норм пока. И вообще счет отрицательный по какой-то причине. Так. Вот этих чуваков бы. Сюда тоже направить куда-нибудь у них в Моравию. Швейцария помогает нам. Кстати, Швейцарию я посмотрю, можно быть завассаль, но за аннексию ее не выйдет, потому что мы ее национализировать не можем. По правилам от патча 1.13, по-моему, нельзя таким макаром присоединять. Варшаву Литва захватила. Ужас какой. Так, там битва какая-то. Нет, не с Пином тут. Еще какая-то битва, ну-ка. Чернигов в Священной Римской империи будет сражаться. Офигеть. А, вот оно что. Австрияки, короче, они сюда по норм, в принципе. Я не против. А, да, вот смотри, вот эти вот придурки все, они сюда прут. Надо сейчас побольше народу, потому что нас могут подвести, по идее. А, и Папская область еще идет. Кто ее пустил сюда, как она прошла? Ай, сосри проход. Вот так и получается. Тут, кстати, спорный... Стоп, я ж корпус отделить хотел. Так, значит, спорный момент тут может случиться. Крайне спорный. Черниговская армия идет, воюет со Сричной. Франц тут стоит, наблюдает. Как-то мило.
Сришнами нападает на наших, идут они на форс, и просто до хрена пойдет, поэтому надо готовиться к этому, к обесию. Так, и этих бы как-то сюда пригнать, если бы получилось, было бы классно. Вот эти, потому что ублюдки, они сюда дойдут, и вот эти, скорее всего, тоже сюда. Не, конечно, есть у нас шансы, что мы сейчас победим тут. А, не, они сюда пойдут. Черниговцы. Ну, есть шанс, что черниговцам подхватит, но не факт. Так, Ле Франс нам помогает, это норм. Это очень даже норм. А, все, черниговцам задница сейчас будет. Зато тут втащим, и здесь можно будет тоже неплохо навариться. Так, кстати, 3 месяца это у нас будет, ну, я имею в виду вот здесь, примерно когда? Ой, 3 месяца, 30 месяцев. Где-то примерно в августе 80-го мы эту войну развязали, да? То есть 30 месяцев, грубо говоря, где-то 2,5 года, да? То есть получается, что был 80-й, где-то в 83-м в январе или в феврале, как-то так. Можно будет тут не париться ничем. Очень, кстати, болгары бы станули. Потому что мы их пока не можем разогнать. У нас тут дела важные. Как интересно так. Слушайте. Точно. Я раньше такое замечал, но только когда мы нападали. Сейчас вот Священная Римская империя такой хренью воспользовалась. Атаковала, походу, Папская область. Папская область атаковала, и за них впряглись римляне священные. Вот оно что. Ну, огребли. Что сказать? Так, сюда надо командира какого-нибудь. Вот есть. Потому что может все очень печально случиться. Так, сражение выиграно. С форса слезаем. Вот. А здесь на форсе остаемся, потому что 16 тысяч идет, они могут закосить моих пациков. Так. Сришки. 40 тысяч их примерно еще там стоит. 50. Ай! Болгары выиграли. Саду. 54 тысячи. Сейчас еще австрияки помогут. Выиграли Вильнюс. Так, куда? Сюда пойдем. Так, Минск. Тут у меня еще, кстати, где-то люди. Ай, далеко очень. Там, к тому же, еще, по-моему, стануть могут какие-нибудь казахи опять. Лучше не рисковать тут. Так, крепление идет на эту позицию. Я бы посидел в крепости Сабю. Лучше. Лучший выбор будет осаду провести до конца. К тому же сейчас тут, видите, Франция пошла. Я так понимаю, нам подмогу идет. Ой-ой-ой-ой, здрасте. Вы посмотрите, короче. Франция идет, а тут идут еще 70 сари-сари. А сюда еще Литва идет. Литва может теоретически дополнить цари. Ой. Боль какая. Ну, надо 83-й год хотя бы подождать. Чтобы потом все норм было. Так, и тут у меня, кстати, 90 косарей имеются. Надо ими тут воспользоваться. А, стой. Еще вот что. Нужно же вот так сделать. Тут же ведь 70 косарей идет, да? И мы 62 пришлем. И здесь можно опять же так пойти. Может, мы сможем что-то помочь? Как-нибудь. Кольберг взяли это. А здесь, ну, еще 8 тысяч дополнительно. А, вы только гляньте, сари огребла. Все еще. Это конец для сари.
Даже со своими подкреплениями долбанными они ничего не сделают. Так, нас могут литовцы тут побить, к сожалению. Ну, кто же знал, что так будет невесело? Не знаю. Ну, понятно, что 8 тысяч они под ноль разбили. Так. Ну, тут нехилое побоище даже с литовским подкреплением, я думаю, не смогут они ничего изменить тут уже. Так, тут сейчас осаду выиграем, двинем куда-нибудь на Ровно. С Литвой, повторюсь, надо ее как завассалить попытаться. Ну или хотя бы знаешь, что сделать? Ну-ка. Не, завассалить ее будет дорого. А, надо будет тогда, знаешь что, надо ее в озеро превратить. Ну, то есть вот это вот все оттяпать. Счастье. Да? Каунасы всякие, вот это вот все. Ракаи. Так. Да, вот как-то вот так, наверное, оттяпать. И потом, ну, перемирие это будет у нас где-то лет 15, потом можно будет продолжить. Все луку, так. И союзы, чтобы она порвала, госпиталига Папская область. Было бы неплохо. Вот, Литву в озеро превратить, и можно будет через 15 лет у нее спокойно падать, если Ля Франс не будет защитником Вера. Если будет, придется опять извращаться всеми возможными способами. Так, Берлин наш. Деды воевали, Берлин наш. Так. Тут у нас... Ой, кавалерии вообще нифига нет. У Римской империи все поубивали. Литовцы не впрягаются. Выиграли нют хрень какую-то. Так, объединяшка. Веселая. Тут у нас 90 косарей войск. Вот мы можем вот так двинуться. Так, и не стоит забывать, там болгары гуляют. Надо небольшой отряд хотя бы послать в их сторону. Минск взяли. Ну, не этих, конечно, чуваков. У них ответственная миссия поскорее Литву забить. Вот. Так вот. Так, вот этим. Вот этим, да, лучше бы сюда, наверное, пойти. А тут 17 тысяч. Напополам. Вот так вот. Вот этих вот к болгарам отправим. Вот этих вот отправим сюда перегруппироваться. Там мы еще делюшку проведем, посмотрим, что можно будет тут взять. Ай, ошибка. Большая ошибка тут. Убивают сейчас наших. Ну так получилось. О, флотилия наша доплыла. Нужно заблокировать тут проход, чтобы они до нас не добрались, если какая-нибудь неприятность случится. Все, объединяшки. А, слушай, мы могли дойти до Любека. Это я идиот просто. Какой не посмотрел. Наверняка. Вот так и получилось. Так, тут мы... Ой! Я так понимаю, у Литвы тут все серьезно. Надо объединение провести. На форсик можно скорее пригнать под крепку сюда. Так, вот этих сюда сюрать. Несметно, потому что их может быть много здесь. Этих римлян веселых. Нам еще примерно полтора года надо войну эту вести. Да, литовцы сейчас наступают. Нам надо подмогу оказать. Когда 30 октября. Ну, в принципе, быстро, я думаю, достаточно пригоним. Что у ноября через недельку успеют подойти. Но не факт, конечно, что мы справимся тут. Может, они нас победят. А нет, все, дотекли и норм.
литовцев мы более-менее превосходим. И в численности, и в качестве. Так что нормально. Так. Тут тогда пусть все посидят. Немного осталось до конца осады, а там потом кого-то туда верну. Или же сепаров разгоним, отправлять отряд на юг. Помогать. Ой! Так, ну, корпус достаточно для осады. Может, имеет смысл пригнать остальных на... Стой! Стой! Я не хочу, чтобы ты что-то делал, пока я форс не сделаю для тебя. Вот этих на подстраховку кидаю. Ой, здрасте! 100 с чем-то ты... Так, нет, это значит, что этих мы нифига не на подстраховку отправляем, а прямо... Что? Тут не пройти. Печалька. Тут не пройти, оказывается. Такая вот подляна, господа. Сейчас нас могут отмутузить только так. Ну, австрийцы, они куда идут, интересно? На юг идут. Не, ну, не знаю, как это будет выглядеть. Лафранс поможет, по идее. Вот этих можно сюда, наверное, скинуть. Ну да, они могут помочь. Давай посмотрим, может, нормально будет. Заедино выиграли. Тут отделю... Ой, не то. Отделю... Где тут? Вот эти вот два сюда. Остальных отправляю на север. Да, мы в меньшинстве. Серьезно, сейчас будем. Сари нас только так загасит, если... Ой, еще 50 тысяч. Ну, у них до хрена народу просто. Поэтому я и говорил, что мы особо тут ничего не поймаем. С этой левашки веселой. Придется, наверное, датчан сюда еще дополнительно скинуть, потому что если так посмотреть, мы в очень большой жопе оказаться можем. Лафранс, помогай! Они не туда идут уже, им пофиг. Что нас тут побьют конкретно? У меня рекорды кончаются. Так что конец. А ведь их появление могло бы нам очень помочь. Блин. Если бы они нам помогли, мы бы, может, и победили тут. Так, ну австрийцы хоть с этими помогают. Чуваками-то. Сербия, низкое желание. Один год надо еще потерпеть тут. Какую-то технологию можно исследовать. Не, всю админку я не буду пока тратить. С другой стороны, у меня 989 очков, надо что-нибудь с золотом на налоги прокачать. Томск. Томск давай. И Баргузин. Ну, вот так все хватит. Рим мы... Ой, Рим. Берлин мы можем проиграть. Сейчас осаду. Да... Это печалька. Но с другой стороны, можно рискнуть уже с сербами, попробовать помириться как-то. Можно рискнуть Сербию взять, получается. Ай, рашка будет. Одна рашка. Веселушка. Рашка-веселушка. И даже у Сри может получится что-то отжать. Да, Штольп можно отжать. Берлин? Ой, слушай, четко как. Как четко. О, давай вот так вот сделаем. Нет. Не хотят. А че так? Че так, сербушки? Че так плохо? Так, господа, товарищи, отступающие, там куда? На юг куда-то шли же. А, да. Куда-куда-то иди. А, у нас счет немножко упал. Поэтому тут все так печально происходит. 38 тысяч прям по курсу.
Австрийцы могут успеть, в принципе, надавить. Так, ну сколько вы там еще идти будете, капуша? Тут сейчас опять будет побоище ледовое. Надо попытаться прорваться, да? Ой, битва будет, говорят мне. Могрин будет. Не, битву мне не надо пока, надо австрийцам помочь, они туда куда-то идут. А, это швейцарцы с этими. Чивава. Да, немножко ломаются сербы. Ну давай еще тут поломаемся. Может, тут они ломаются, и мы поломаемся. Посмотрим. Может, сможем что-то выбить повыгоднее. Вот эти ведь еще пойдут. Нехилое такое крепление. В Берлин мы можем сейчас проиграть, по идее. Ровно выиграли. Отправляемся куда? Сюда. Ой, куча народу буквально идет. Ну, у Литвы тут просто не слабенькие войска. Вот так вот. Вот так вот. Сто тысяч. Нет, нет, нет. Ля Франс, мы тебя уже один раз ждали, надеялись, верили в тебя. А ты как жопа поступил. Вот сейчас. Сейчас теперь ты страдать будешь. Да, гребли. Тут мы... Ой, опять пришли. Опять у них тут приход случился. Но австрийцы, черниговцы идут. Могут забить тут по идее. Так что посмотрим, как тут все сейчас произойдет. Сри вроде не идет на подкрепу. Ай, сдох мой правитель. Грибаль шестой правит уже. О, Питька. Питерим. Это класс. Люблю Питеримов. Так, импорт шоколада. Кантильность. Так. Битва все еще продолжается. Между тем. Все, замочили. Ну все, сербушки, давайте. Заканчивайте мне тут комедию ломать. Возьмем мы у вас это. А, мы можем еще что-то у них сделать. Нет, они не хотят дальше сотрудничать с нами, только на деньги. А, нет! Слушай, наверное, фишка в том, что они исчезнут. А если мы вот Штольп? Нет, Штольп они не. Бровень буквально, да? Ну-ка, давай, если мы вот этих вот сейчас ушатаем. Ай! Просьба местных купцов, предоставьте им все необходимое. Да мы сейчас победим их нормально все. Гаси. Гаси их. Да, Штольп мы теперь можем себе позволить. И копеечку еще можем себе позволить. Вот так. Я думаю, норм. Такой вот мир небольшой. Небольшие такие уступки для нас. Непосредственно. Сербия принимает приглашение. О! Отлично. Ла Франс вступает в битву. Наша задача сейчас просто, чтобы они нам помогли с Папской областью. Папской области наваляли, чтобы она отвалилась. Папской области надо бы навязать, чтобы они порвали связь с Литвой. Вот, чтобы мы не занимались потом геморроем дополнительным. И тогда все будет просто крутяк. Так, и стаба, конечно,
Давай стабу тоже поднимем. Потому что легитимность вернулась. Нормально. Нормальная легитимность стала. Ну ладно. Будем их что-то богатить тут. Дополнительно. Войска заканчиваются у нас, поэтому занимаемся осадами и все. Там потом. Потом печально будет совсем. Литовцы с мигом ко мне лезут. О, подешевели. Ровно 2% счета, как мило. Так, ну, ровно это луга, говорите, да? Ну, ок, можно, в принципе, ровно себе забрать тоже. 97 расширения, нормально. Нормально будет. С условием земельки надо, как обычно. Священникам. О, отличные такие провы. Вот это дворянам. Вот это дворянам. Вот так вот. Две нищенские провы для дворян, и они счастливы. Флот пока тут. А, слушай, флот. Вот надо сюда. У нас же еще госпитальеры есть, их можно тоже съесть. По идее. Так. О, папская область сюда пришла. Ну, вы помните, какая она лютая была? Надо тут побольше людей скопить. На этом участке. И тогда... Тогда, может, мы чего-нибудь тут добьемся. Давай сходство снимем. Армия. Вот как раз выиграем осаду. Одну из двух. Осад. И можно будет что-нибудь тут придумать. Литовцам навалять, в принципе, тоже дело чести. Взяли осаду непонятной фигни. Погнали. На юга. На юга. Погнали. Так. Все. Идем потихонечку. И полигонечку. Ла Франс тоже у нас здесь. Так что все отлично. Римские пираты. Милота какая. Ну, в принципе, в следующем патче еще прикольнее будет, потому что из Византии можно будет Римскую империю создать. Вот. По-моему, это еще короче будет. Так, сквозь пополнение полков хорошая вещь. Отличная даже. Вот, мой дорогой, ты где? Датилия. В Италии уже. Окей, надо на юг кого-нибудь кинуть. Но тут, конечно, они не слабенькая отгрохали убежище для себя. Женщины слове казаки. Ну ладно, лояльность для казаков. Монгольский... Так, а они вообще откуда взялись-то? У меня тут еще, оказывается, тащение было. Чаль какая. Ладно, монголов придется бить, потому что у нас вот есть монгольские территории. Цецен, Шлингол, Дарданов и вот этот хрень, это точно монголы. Точно помню. Так. Решение задачки у нас пока фиговые. Стоят. Армию папской области можно продолжить атаковать. Военный налог возобновить, да, потому что... Долго... О, отлично, мы их разбили. Ой, придётки, деление напополам идет. Лучше, наверное, в одну кучу встать и сюда пойти. Так будет выгоднее. Пален... Что? Паленки? Прикольно.
Мазовия. Я просто чего удивился-то, Поленки, насколько я помню, это где-то в Мексике находится. Ну, кто играл в игрульку древнюю, такую серию Сэм, Второе пришествие, тот знает, первый уровень был как раз в Поленке. Древнюю. Какие дела? Какие делишки у нас? Так вот. Набег косаков. Ей, престиж получили. Отлично. Так, чуваки, я же вас на юг отправлял. До них не доходит. С первого раза. Захватили принц. На Папскую область никто не лезет. Всем норм, что тут Папская область воюет с нами еще. И надо будет ведь от Папской области не просто беляк попросить. Нужно попросить, чтобы они нам предоставили возможность союз порвать с Литвой. Это значит, что надо осаду, чтобы хотя бы одну выиграли. Хочу лучше две. Ну, пожарный случай. Так, ай, французы взяли. Потом одумались себе уже не взяли, а нам передали. Так. Все, почти подошли. Господа, товарищи. 13 косарей вы. А, понятно, кто истощается. Яркин, ты иди в баню. Мы еще с тобой повоюем в следующем эпизоде. Завтра. Да, надо регратор будет устанавливать и последнюю воевашку устраивать. Но уже в конце игры буквально будем. Вот. Так вот. Австрийцы пришли наконец в Папскую область. Не прошло и года. Визна. Это где? А, вот. Тут и нигде. А, у меня тут есть отряд небольшой, так что нормально будет. Блин, стаба или престиж. Стоимость админки классно. О, деревьях идет по миру. Давай пополам поделимся и вот так пойдем. А, чтобы французы отсюда уж сваливали. Мне помощь тут особо уже не нужна. Надо Литву оккупировать самостоятельно и там уже потом абсолютно понятно, чем мы будем заниматься. Сражение за Визну выиграли. Так, транспортирую. 12 тысяч идет! Блин, паролись, что ли? Как-то по-дурацки, конечно, сделано. Но, в принципе, парадокс можно понять, что, может, это сложная такая технология, что не получается соединять полки при такой вот высадке. Ну, на автомате соединять полки. Так было бы удобнее просто. То так упарываюсь. 12. Опять? А, это у нас уже. Ха, казаки на Шотландию набегают. Мы не при делах, если чё. Откуда в Шотландии казаки, сами подумайте. Так. Сюда. Еще 10 тысяч. Ну, офигеть просто. Мы так, наверное, еще года два будем людей сюда скидывать. Так, а вот так сделано на автомате, короче. Так вот. Зашибата. Все, французы, черниговцы, стояки все идут на Папскую область. Великолепно просто. Царя. Царь, надо бы с тобой уже улучшать отношения. Так, по-хорошему. Так. Вот. Тебя завассалить хотя бы для престижа своего. Ну, не игрового, а так, морального. Погнали. Погнали людей скидывать. Надо больше людей, успешной бюрократии. 50 админки за 3 косаря денег. Ну давай.
Минвестогнизировался. Прошло и до конца игры буквально сколько там? 40 лет. Блокада. Ну вот, 25 админки уже потеряли из 50. Так, вы, господа, идут, идут потихоньку. Все идут. Всяк. Защита торговли. Папская область с Савой еще сражается. Милота какая. Спиталия Жоневая киска, но я их хочу себе присоединить. Так. Папская область. На Беляк скоро согласится, но мне надо союзника не порвать. Гарантированно. Конечно, если мы сейчас Литву в озеро превратим, будет шанс того, что они сами порвут союз, ну, Папская область. Но это не 100%, а нам надо как раз таки, чтобы 100 было. Мы не обязательно союз этот порвали. Потому что геморроя будет много. Отличный сбор винограда. Отличный. В самом деле. Тут 8 проц. Регонские дворяне. Так, кстати, мы с этими монголами-то разобрались, нет? О, господи, они... Крип все сейчас ожидают наши. Ну все, норм с ними. Разобрались. Так, подожди. Мне показалось, что там что-то тоже неспокойно. Дядька Султан стал озером. Как это мило. О, кстати, снова есть возможность того, чтобы Франция перестала быть защитником католической веры. Дядька Султана забить можно. Я не буду звать австрияков. Сколько? А тут уже, кстати, слушай, 58 косарей. Давай, не будем уже никуда идти. Тут людей вполне хватит. Еще шотландцы идут же, видите? Я пока дядьку Султана с его президентской республикой вынесу. Никого звать не буду. Зачем? Зачем-то надо. Пока, дорогуша. Литва предлагает перемирие. Блин, дядька Султан тут очень комичный был всю партию. Партию кому-нибудь досливал. В итоге стал сливать сепаратистам и революционерам всяким разным. Вот и доигрался в итоге. Какие дела. Так, ну тут все. Сейчас выиграем госпитальеров и в Папской области навяжем свои условия. Условия земель требуют роутс. Взяли. А, стой. Это же Папская область у нас. Мне госпитальеры нужны. Вот так вот. Съедаю госпитальеров. Естественно, их национализируем. Тут сейчас тын-тын-тын произойдет. Как раз таки в декабре, так что. Прекрасно просто. Тын-тын-тын, да. Делимся тут напополам, чтобы не было никаких проблем. И этих куда-нибудь в Эдирне отправим. Так, Папская область. Ты мне ничего не должна из провинции. Тебе надо просто кое-что... А, все, нет с Литвой у них никаких общих этих. Ну ладно, давай просто... А, ну они... Они дофига осаждать будут еще. Ладно, давай, Белячок тогда. Папская область. Ни копейки не заплатит. Везло тебе. Ой, крестяшки бастуют. Навалять им скорее. Так, два.
Фига себе, она такой дешевой стала. Она не может вассалиться. Так, болото, рощи, угодья. Вот это вот хрень, вот это болото. То есть мне надо... То есть мне можно, по идее, вот это вот все схавать, только за расширением следить, чтобы... О! Смотри как. Интересно. Можно сделать. Можно вот так вот, 112 расширения, и завассалить вот, вот так вот прямо. Вот этот рычаг. Получается, трехпровинчатая Литва будет. Давай. Why not? Крутяк. Так. Это у нас... Болото. Это у нас тоже. Вот это тоже. Я вроде все правильно сделал с Литвой. По идее должен. Здесь правильно. А, две ПРУ есть. В чем загвоздка может быть? Загвоздка может быть в том, что... Так, сейчас. Может, я что-то не... Может быть, я тут что-то не так сделал, только в плане того, что... Есть, по крайней мере, две все провинции держа, местность болота. Есть, по крайней мере, две вот в этом фиче. Я не знаю просто, получится ли вот так вот, что Волынью мы себе не прибрали. Литву получится с маркой сделать. Все нормально будет. Я надеюсь, что много будет. Все, окей. Что мы ачивочку выполним, потому что две пару болота есть. Вот. Ну, если нет, то по идее, можно будет потом войну объявить. Объявить войну вассалу. Да, в этом патче такое возможно. Можно оттяпать себе Волынью потом будет. Ладно, закончим пока на этом. Национализашки какие, возможно, поставлю. Так. Ой, вот это нельзя, потому что вас нет. Ладно. Потом мы займемся. 130, да? Много, в принципе. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, если это тебе. Всего доброго, увидимся. Продолжение, прохождение. Помните, что все самое тесное еще впереди. Thank you, guys! So much and all of joy, so